Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муляр, и вы на моем канале «Жизнь без дублей». Сейчас 2 января. Мы с утра, как положено, позавтракали салатиками и пошли гулять в лес, в поле, ну, в общем, на природу, протрясать салатики. Сегодня хочу с вами поговорить, такой будет влог-болталка с зимней природой. Ну, надеюсь, что нам будет с вами интересно. Я очень рада, что закончился этот сложный 20-й год. Мы стали иногда отпускать сату. Но он, знаете, так бывает убегает прилично, а бывает держится рядом с нами. Раз на раз не приходится. Но, слава богу, вроде стал возвращаться. Причем, знаете, может отбежать минут 20 его может не быть. Сегодня, наверное, где-то минус 3. Такой наст прямо хрустит. Слышите как? Сейчас вот идем полем. Вдалеке у нас деревушка. Красиво смотрится. Головушка, да ты очень хорошая. Пока держится рядом, не убегает далеко. Конечно, это преимущество жизни на природе. Во всяком случае, в нашей полосе около Москвы для людей, которые в Москве вообще зимы последние годы не видят. А у нас тут, посмотрите, какая красотища. А сату похож на рыжую лису. Я, как вы видите, иду в куртке. Я бы сказала, что это куртка людского неравнодушия. Сначала хотела промолчать, ничего не говорить про это. А потом думаю, ну хотя мы с вами общаемся практически в ежедневном режиме. С некоторыми уже не первый год. Да почему я не могу сказать то, что у меня наболело? Да, кстати, хочу сказать, что куртка мне, видите, очень свободна. У меня там еще кулак помещается до груди, и поэтому она мне вовсе не мала. И для лыжных, конькобежных и лесных прогулок это самое оно. Иду в ней, у меня внутри тоненькая термофутболочка, и мне даже жарко. Отличная куртка. Спасибо всем, кто поддержал меня в этом приобретении. Ну, а всем остальным хочу что сказать. Я в шоке, дорогие товарищи. И сказать я это решила, потому что... Ну, я хочу, чтобы вы знали, что я все это вижу, читаю, слышу. И мне не все равно. И... Я понимаю, что работа блогера, она предполагает... что если ты выставляешь свою жизнь на показ, то ты можешь в ответочку получить всякое разное. Но мне всегда казалось, что у нас тут на канале такая аудитория собралась. Ну, добрых людей, понимаете? Которые умеют проявлять сочувствие, сопереживать, да? Что-то подсказывать, помогать друг другу. И аудитория у меня взрослая, и сама я не девочка, далеко. Поэтому, когда я начала читать эти ваши комментарии, продолжаю их читать. Ролик вышел 30 декабря, сейчас уже первое число января, но некоторые не могут успокоиться. Так прямо задела за живое куртка. А ведь на самом деле это же вопрос не о куртке. И вообще мы говорим-то не о куртке. Знаете, если посмотреть, вот так вот абстрагироваться, посмотреть хронологию, да, на протяжении многих месяцев, каждый день у меня выходили позитивные и полезные видео. Но то, что они полезные и позитивные, это не мое личное мнение, а это вы же в комментариях и пишете. Потом у меня уезжает муж, я остаюсь одна, и...
готовлюсь вместе с вами к Новому году, украшаю дом, делюсь своими какими-то идеями по новогоднему декору. А потом пропадаю на несколько дней с Ютуба, и вы начинаете все писать. «Таша, куда вы делись? Куда вы пропали? Нам без вас плохо, нам без вас скучно». И пережив такую серьезную семейную трагедию, я нахожу в себе силы рассказать вам об этом, поделиться, потому что знаю, что у многих этот год был непростой, и многие потеряли своих близких, и как-то сопереживая вам, я тоже делюсь, да, своим вот этим сокровенным горем. И согласитесь, что пережив такую трагедию, далее в следующие дни выпускать веселые влоги про празднование Нового года, когда 31 числа у нас 9 дней, ну, это более чем странно и вообще физически не под силу нормальному человеку. Но чтобы не пропадать с Ютуба и как-то вас поддерживать, я вам выпускаю влог с распаковкой. При этом те люди, которые действительно умеют сочувствовать и что-то видеть, они заметили мое состояние, как я достаточно натяжно улыбалась. И даже в личку мне написали слова поддержки. А все, кто прицепились к моему внешнему виду, к отсутствию у меня вкуса, к этой прекрасной куртке. Люди, посмотрите на себя, как вы живете. Где ваше вообще сочувствие, переживания, где ваши глаза? Вы знаете, вот это в массе все выглядит, как какая-то гигантская гидра, которая только вот так сидит и говорит: «Мне, мне, мне, веселите меня, радуйте меня». Я вот просто, может быть, у меня слишком эмоциональный ролик, он вам это не понравится, кто-нибудь от меня отпишется. Ну, это ваши личные, понимаете, трудности. Нельзя, нельзя вот так относиться к людям. Почему некоторые блогеры в результате уходят с Ютуба? Почему у меня 1-го, там, 2-го числа, 31-го не было никакого желания вообще ничего-либо выпускать и говорить? Это вот из-за вас, понимаете? Потому что ты понимаешь, что люди, они кроме как о себе, ни о ком вообще в этой жизни думать не в состоянии. Я вообще не знаю, есть ли у вас друзья, есть ли у вас близкие, как вы вообще живете-то вот так. Это, ну, это полное вообще отсутствие какого-то сочувствия человеку. Ну не нравится вам куртка, ну пройдите молча мимо, понимаете? Пишите в комментариях: «Вот, вы любите только хвалебные отзывы». Да, я люблю, когда меня хвалят. А вы не любите, когда вас хвалят? Это нормально для любого человека. И да, я не люблю, когда мне пишут, что у меня жирная попа. Вот не нравится мне это. А вам нравится? Вы своей подруге бы, вот хоть одной бы, сказали вот все, что вы мне написали про эту куртку, вот в глаза, вот так сидя рядом со своей подругой, вот это вот все, что вы мне вылили, вы сказали бы своей подруге? Ну, наверное, если вы говорили, то у вас нет подруг, я так предполагаю. В общем, вы меня простите, но мне кажется, что надо быть просто добрее друг к другу. И, конечно, YouTube – это такая колоссальная среда, где мы там с вами общаемся, где блогеры вас веселят, вы на все на это взираете, и с высоты своего жизненного опыта и нелюбви к людям, даже чаще всего не имея у себя ни аватар, ни имени, ни фамилии в названии вашего аккаунта, выливаете грязь на других людей. А потом удивляетесь, куда блогеры с Ютуба пропадают, почему они пишут, что это у них последнее видео, почему они не могут это выкладывать, и почему на Ютубе мало искренних и добрых блогеров. Да потому что ни один нормальный, добрый, искренний человек не может долго вот это все выдерживать. Фух. Сказала, наверное, все, что думала. В общем, люди, будьте, пожалуйста, добрее. И хочу сразу сказать, что вот эта вся моя речь, она, конечно, ни в коей мере не касается тех моих подписчиков, которые действительно умеют сопереживать, умеют любить, умеют сострадать, вообще знают, что это такое, что сопереживание, сострадание – это не просто слова, это не написать в комментарии «мы вам соболезнуем». Это вообще понять, что творится на душе у другого человека –
это своим действием как-то его поддержать. И если даже на следующий день у него выходит ролик, который вам лично по каким-то причинам не нравится, ну не смотрите вы этот ролик, ну не надо лить на человека негатив. А всем, кто со мной, всем, кто понимает меня, всем, кто поддерживает меня и видит пользу от моего контента, и видит то добро, которое я, которым я с вами делюсь, вот, огромное вам спасибо. До новых встреч на моем канале. Будем встречаться, будем общаться, будем улыбаться, будем строить и будем вместе. Вот. Вот такая эмоциональная речь у меня получилась. Но молчать я не могла, потому что я все вижу, и мне не все равно. Вышли от деревню. Дровишки тут. Это вот они их на продажу делают. А вот там вдалеке, не знаю, вам видно, наверное, нет. Собака черная на привязи. Как бы сату ее не заметил. Вон какой дом люди себе строят. Такие березы толстые вообще. На дрова. Прям у них какой-то гигантский диаметр. Ой, вот собачка прибежала. О, сату, видите? Оживился. Сату прямо готов всех разорвать. Сату, веди себя прилично. Что это такое? Ну что, наговорила вам на эмоциях. Иду теперь думаю, стоит это вообще публиковать или нет. Знаете, вот почему-то тоже многие считают своим долгом просто упрекнуть блогеров в том, что они зарабатывают. При этом ни один блогер не считает деньги своих подписчиков. Я не знаю ни одного блогера, который бы говорил: а что это вы все не работаете, а смотрите наши влоги? Идите деньги там зарабатывайте. Или зачем вы на работу ходите? Лучше сидите, наши влоги смотрите. Ведь никому в голову из блогеров не придет мысль такое, да, говорить. При этом зрители почему-то некоторые считают просто своим долгом упрекнуть блогера в том, что он деньги зарабатывает. Так блогер работает, конечно, он за это деньги зарабатывает. Это же нормально. Ну что в этом такого-то? Что вас удивляет-то? Я поражаюсь. В общем, у меня какой-то не влог в сердцах называется. Жизнь в деревне. Пацаны с ледянками ходят. Собаки на поводках гуляют. А где здесь горка? Здравствуйте. Здравствуйте. Где горка ваша? Чего? Где горка? Откуда катаетесь? Прям с дороги, что ли? Да. Ничего себе. А как у этой собаки кличка? Сахарок. Его Захар зовут. Захарок. Захара Сахарок зовут? Это девочка? Разговаривай. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Ромарио. Как-то вас... Ну типа по-собачьи. Понимаете, что он говорит? А что говорит? А вы понимаете? Да, я понимаю. Он говорит: здравствуйте, как вас зовут? Что здесь делаете? Ну, просто хочу тебя погладить. Он говорит: я еще с вами так не знаком, чтобы... Меня зовут Ромарио, это Захарио, это Артемиро. Вы испанцы, что ли? Испанцы? Да. Захарио. Вот
Скажи, я сам вас боюсь, да, Сахарок? Да он в ужасе. Сату, скажи, я не трус, но я боюсь. Все, лежать, Сахарок. А вы не двигайтесь, чтобы он не убежал. Лежать, да, вот так, Молодец. Жопу подвинь. Молодец. Поедем сейчас, поехали. А веревочка есть у вас? Нету. Нет. Сахарок не согласен с такой концепцией. Видишь, что творится? О, летит конкретно. Отходите. Летит, земля дрожит. Да, дороги почищены. Высоту прям какая-то повышенная тревожность. Везде собачки ему встречаются. Снежок пошел. Вечереет. Мы уже так далеко ушли. Еще же возвращаться. Ну да, конечно, деревня, собак полно. А тут такой франт пришел. Рвется в бой. Ладно, мои дорогие. Простите, может быть, не очень позитивный у меня сегодня влог получился. Но как-то наболело. И да, я устала, это факт. Устала от темпа, устала от... Нет, не от трудностей. Эмоционально устала. Опять же, знаете, есть такое выгорание. Но выгорания, наверное, у меня еще нет. Но как-то накрывает это все. Так что уж не обессудьте, но в обозримом будущем каждый день влогов точно не будет. Надо мне как-то отдыхать. Так что спасибо вам за внимание. Будьте добрее, любите своих ближних. И, может быть, в какие-то моменты жизни нужно поддержать свое мнение при себе. Просто хотя бы из какого-то элементарного человека любви. Мне вообще кажется, что если тебе есть что хорошего людям сказать, то говори. Если тебе что-то не нравится, то чаще нужно промолчать. Потому что нет смысла этот негатив на других выливать. Боритесь с ним в себе самостоятельно. Это правильно. Поддержки ждут от нас окружающие, а не негатива. Да, еще вот что хотел сказать про самолюбование. Опять же, мне пишут, что сплошное самолюбование. Да, я себе нравлюсь. Даже не скрываю этого факта. Вы знаете, более того, я даже счастлива, что я научилась нравиться сама себе. Потому что когда человек сам собой доволен, он в состоянии окружающим добро нести. И все наши беды, и вся эта злость, которая выливается из некоторых вокруг, она изначально завязана на нелюбви к себе, на недовольстве собой, своей жизнью, далее своими близкими, обвинением всех вокруг в том, что с тобой на самом деле все не так, а ты начинаешь везде искать гадости во всех окружающих. А нужно полюби себя, и тогда ты полюбишь весь мир. И тебе будет что хорошего людям сказать. Ладно, пойду догонять мужество. Простите еще раз, если что не так. Поправлю свой капюшончик с прекрасным мехом.
платочек. Ну что, кто со мной? До новых встреч на моем канале. Ваша Таша Муляр. Дальше будет только лучше. Пока-пока.